На телеканале «Звезда» время информационного выпуска новостей. В студии работает Карина Агеева. Здравствуйте! Сегодня в эфире. Все 28 союзных программ согласованы президентами Беларуси и России. Уже сегодня в вопросах одобрения на повестке заседания Совета министров союзного государства. Борьба с преступностью совместная с союзником. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. А 12 сентября белорусские следователи отметят профессиональный праздник – 10 лет со дня образования Следственного комитета. Дан старт совместному стратегическому учению Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021». Сегодня началась их активная фаза. Щедрый подарок открытое акционерное общество «Нафтан» презентовало телевизор ресурсному центру Новополоцка. Этот подарок необходим, потому что сейчас, на данный момент, мы увидели, что с эпидемией переходили все мероприятия в онлайн-формат, нехватка интерактива. Теперь у нас появился такой приятный подарок, который будет помогать нам в этом. Перейдем к подробностям. Главная тема – переговоры лидеров двух стран – Беларуси и России. Глава белорусского государства назвал их честными, открытыми и конструктивными. Итог – согласованы все 28 союзных программ. Это одна из тем состоявшихся переговоров, но самая объемная. 3 года назад страны приступили к предметной работе над этими документами. И если до этого момента они представляли некие интеграционные контуры по отдельным направлениям, то сегодня это конкретный план, которому страны намерены руководствоваться на пути вперед. Сегодня союзные программы уже одобрены на заседании Совета министров союзного государства. Как отметил глава белорусского правительства, сегодня сделан очень важный шаг вперед на пути создания к 2024 году основ функционирования единого экономического пространства Беларуси и России. В энергетической сфере достигнуты договоренности о поэтапном формировании объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии, что выровняет уровень затрат на энергетику для российских и белорусских компаний. Также стороны договорились и о комфортной цене, по которой природный газ будет поставляться в Беларусь в следующем году. По нашим оценкам, только прямой эффект от реализации интеграционного пакета для Беларуси прогнозируется в росте ВВП примерно на 1 миллиард долларов, не считая дополнительной возможности для белорусского бизнеса на российском рынке. Значимым также является социальный блок союзных программ. В этой сфере особый акцент сделан на гармонизации подходов к пенсионному обеспечению, мерах социальной защиты и поддержке отдельных категорий граждан, внедрении единых принципов защиты прав потребителей, добавил Роман Головченко. Председатель правительства России Михаил Мишустин, в свою очередь, отметил, что союзные программы определяют четкую траекторию совместной работы практически во всех сферах, в числе которых промышленность, финансы, энергетика, агропромышленный комплекс, налоговое и таможенное регулирование, денежно-кредитная политика. Кроме того, мы приняли совместное заявление глав правительств России и Беларуси, в котором отразили принципиальные задачи союзного строительства. «Мы рассчитываем, что одобренные сегодня решения будут утверждены Высшим Госсоветом», добавил Михаил Мишустин. Утвердить разработанные программы союзного государства планируют на заседании Высшего Госсовета. Его Беларусь и Россия проведут 4 ноября. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Во время встречи с главой Следственного комитета России речь шла и о совместной работе следователей двух стран. И сегодня акцент прежде всего на расследовании новых видов преступлений. Борьба с киберпреступниками. Особое внимание во время разговора уделяли особенностям работы следователей. Эти темы также представлены. Президент Беларуси накануне обсудил с Владимиром Путиным. Хорошие были вчера мероприятия на уровне президентов Беларуси и России. Мы о многом договорились. Это очень серьезные договоренности. Таких мы еще шагов не предпринимали, как вот за эти 3 года подготовки и выдачи этих союзных программ 28. Сегодня правительство уже будут обсуждать здесь, в Минске, заседание Союзного Совмина. И где-то, по-моему, 4 ноября, в День народного единства в России, мы проведем это мероприятие, Высший Госсовет. И думаю, что мы сможем их уже окончательно утвердить. Но в этом направлении уже начата очень серьезная работа. Надо пласт целый перевернуть законодательство, чтобы к этим договоренностям приспособить внутреннее законодательство, переработать. И особенно наши межгосударственные договоры, они тоже должны соответствовать нашим вчерашним или сегодняшним договоренностям. Очень много места уделили мы вопросам безопасности, очень большое место. Ну и в связи с тем, что мы сегодня встречаемся, все время у нас следственные органы были в теме. И мы договорились с президентом России, что мы всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей.
Потому что и международная же обстановка к этому толкает. Смотрите, в Афганистане, да. Там на юге, рядом с Афганистаном произошли события, Ираке, Сирии, Ливии, Ливане, поток беженцев, наркотики захлестывают Россию, Беларусь. Поток идет. Бороться кому? Нам бороться, следователям бороться. Поэтому роль очень возрастает органов следствия, органов предварительного дознания. Будем работать вместе. На нас вы можете всегда рассчитывать. Вы правы. Новые виды преступности появились. Экстремизм, терроризм, к сожалению. Это афганский синдром повторяется уже. Мы это уже, вы правильно сказали, в России уже начинаем чувствовать. И вы говорили об этом в одном из интервью недавно, что и Белоруссия начинает это чувствовать. Именно поэтому мы сегодня будем подписывать новые протоколы о сотрудничестве между нашими следственными комитетами во имя нашей общей победы, которую мы должны обеспечить на фронте борьбы с преступностью. К слову, эта встреча состоялась накануне профессионального праздника белорусских следователей. 12 сентября – День сотрудников органов предварительного следствия. В этом году дата юбилейная. 10 лет назад в Беларуси появилось новое ведомство – Следственный комитет. И все эти годы следователи остаются на страже закона и справедливости. Тему продолжит Глеб Прокофьев. Осмотры мест происшествий и предметов, допросы свидетелей, потерпевших и подозреваемых. Основная задача следователей – расследование уголовных дел. И здесь необходимо знание тонкостей закона. Именно на плечи следователей ложится расследование преступлений на начальном этапе. Важно ничего не упустить, ведь от проведенных следственных действий зависят судьбы фигурантов уголовных дел. К слову, за прошедшие 10 лет в Следственном комитете произошли значительные перемены. Повысился уровень процессуальной самостоятельности следователей. Значит, кроме того, значительно улучшилась материально-техническая база обеспечения. Следователи в достаточном объеме обеспечены служебным транспортом, значит, компьютерной техникой, криминалистической техникой, что позволяет обеспечить стоящие перед Следственным комитетом задачи. Кражи и грабежи, убийства и причинение телесных повреждений, мошенничество и хулиганство. Спектр расследуемых уголовных дел широк, но за последние годы структура правонарушений сильно изменилась. Сегодня злоумышленники уходят в интернет. Только за прошедшие 3 года в Беларуси количество киберпреступлений увеличилось в 10 раз. Как и центральный аппарат, так и областной аппарат разрабатывают определенные алгоритмы, которые направляют нам для реализации. Значит, не стоит на месте, активно этим занимается и созданный институт Следственного комитета. Значит, стараемся повышать качество расследования таких преступлений, значит, и привлекать виновных к ответственности. Следователи идут в ногу со временем, подстраиваясь под реалии преступного мира. Уже 10 лет сотрудники Следственного комитета раскрывают преступления, а также не допускают новых нарушений закона. Сотрудников органов предварительного следствия хочу поздравить своих коллег, ветеранов следствия с первым круглым юбилеем. Пожелать им крепкого здоровья, благополучия, материального достатка. Действующим сотрудникам также самоотдачи, выдержки и отваги, верно стоять на страже интересов людей и государства, защищая их права. К поздравлениям присоединяются Глеб Прокофьев, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда». «Данстар» совместному стратегическому учению Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021» началась активная фаза. Замысел учения носит сугубо оборонительный характер. В ходе подготовки учли современные подходы к применению войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки, а также форм и способов применения войск, выработанных в вооруженных силах двух государств. Торжественная церемония открытия масштабного учения прошла накануне под Брестом. Старт совместному стратегическому учению Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2021» дали на полигоне Обус-Лесновский под Брестом. Здесь состоялась церемония открытия. На полигоне военнослужащие стран-участниц, офицеры Министерства обороны и генеральных штабов и здесь же представители Казахстана. Ведь они также принимают участие в учении, а это подтверждение готовности к совместному выполнению задач всех стран Организации договора коллективной безопасности. В ходе проведения учения были отработаны такие вопросы, как десантирование из военно-транспортных самолетов, вертолетов Ми-8,
десантирование посадочным способом, выдвижение в населенный пункт, захват населенного пункта, а также проведение зачистки. Военная доктрина Республики Беларусь является схожим с военной доктриной Республики Казахстан. В связи с этим нам было очень легко связываться вместе с другими странами. Запад-2021 – это учение оборонительного характера, подтверждающее курс Беларуси на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам с Россией. Проведение учения пройдет в два этапа. На белорусских полигонах на практике отработают ряд учебных задач. Одной из особенностей учения является то, что будет отрабатываться ведение оборонительных боев, отход, ведение маневренной обороны и затем проведение контрнаступления в интересах восстановления территориальной целостности Республики Беларусь. Также особенностью будет являться то, что планируется проведение большого количества десантов, тактических, оперативных, различного рода уровня и масштабов с глубиной выброски на различные дистанции. Также примет большое количество техники вооружения, поступивших в наши вооруженные силы, которые приняты на снабжение, обладают более высокими характеристиками. Совместное стратегическое учение проходит с 10 по 16 сентября. Проведение запланировано как на белорусских, так и на российских полигонах. По окончании учения до 30 сентября личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Беларуси возвратятся в пункты постоянной дислокации. Добрых дел много не бывает. Новополоцкий ресурсный центр молодежных инициатив «Ступени», созданный на базе Дворца детей и молодежи, 3 года назад обратился за спонсорской поддержкой к руководству открытого акционерного общества «Нафтан». Просьба помочь не осталась неуслышанной. Сегодня представители администрации профсоюзного комитета предприятия преподнесли воспитанникам центра щедрый подарок. Молодежный парламент Новополска собрался сегодня в стенах родного ресурсного центра «Ступени». Но не для того, чтобы решать важные для города и, в частности, для молодежи вопросы. Повод совсем другой. Представители администрации профсоюзного комитета «Нафтана» позвали ребят, чтобы вручить им подарок. Мы надеемся, что вот этот телевизор – это только начальная ступенька, а потом же надо все это наращивать. То есть к телевизору надо, что, не знаю, там, может, компьютер подвязать, там, камера надо будет вам. Значит, ну, чтобы это как-то там двигалось и развивалось. Начальный камень заложен, ну, а дальше будем продолжаться. Наш молодежный парламент обратился у нас с такой просьбой. Мы не можем отказать, потому что это наше будущее, это в том числе и наши будущие работники. Поэтому сегодня уже база эта закладывается. Мы собрались с профсоюзным нашим комитетом Белхим профсоюза, обсудили предложение ребят и пошли им навстречу. Будем надеяться, что она поможет им как-то развиваться, двигать дальше их идеи. Там, ну, и эти идеи реализуются. Казалось бы, телевизор, но для ресурсного центра это необходимый инструмент в работе. Теперь с его помощью можно проводить онлайн-встречи с молодежными парламентариями из других городов, в том числе породненных, и даже стран, делать презентации проектов. Станет телевизор помощником в реализации новых инициатив, а их у молодежи немало. Если мы берем инициативы, которые на сегодняшний день реализует парламент и работает над ними, то это игра по достижению Республики Беларусь за вот этот период 26 лет. Скоро будет игра представлена на проекте «100 идей для Беларуси». Да, и будем участвовать. Также совместно с этим проектом реализуется новый. Это игра для слепых детей, чтобы они могли изучать, учиться и узнавать много нового. И хотя общение в ходе встречи было неформальным, удалось обсудить и серьезные темы. Прежде всего, планы на этот учебный год. Свои предложения высказал депутатский корпус как куратор молодежного парламента. Конечно, в год народного единства дела должны быть объединяющими. Мы поговорили о том, что необходимо для города сейчас. Конечно, что нас будет сплачивать? Сплачивать будет общая работа. Общая работа, общие праздники, общие цели и задачи, которые стоят перед нами. Вот ребята тоже подключатся к акции депутатов и будут участвовать в благоустройстве города, будут участвовать в тех акциях, которые направлены на помощь людям нуждающимся. И не только ветеранам труда, Великой Отечественной войны, но и людям с особенностями развития. Одно из пожеланий молодежи – больше включаться в жизнь города, в том числе через знакомство с ее сферами. Начать можно с изучения производственных процессов. В Новополске активно развивается промышленный туризм. После сегодняшней встречи ответ на вопрос, какое предприятие первым посетить, очевиден. Анна Ободова, Сергей Залынский, телеканал «Звезда».
На этом у меня все. Смотрите нас также на YouTube-канале телеканала «Звезда». Актуальные новости также в наших аккаунтах в социальных сетях. Далее передаю слово нашим коллегам с телекомпании ВНТВ. Не переключайтесь. Всего вам доброго и до встречи в эфире телеканала «Звезда».Это новости в форме. С вами Анна Чижлитаж. Добрый день. На аэродром в Барановиче прибыли российские самолеты Су-30СМ для формирования учебно-боевого центра ВВС и войск ПВО Белоруссии и России. Решение о совместной подготовке вооруженных сил двух стран было принято в ходе переговоров руководителей оборонных ведомств 5 марта нынешнего года в Москве. Авиаторы будут нести совместное боевое дежурство по охране воздушных границ союзного государства. В Минске прошел митинг, посвященный памяти жертв блокады Ленинграда. Венки к монументу Победы возложили воспитанники Минского Суворовского военного училища и представители Белорусского союза блокадников. Также военный оркестр суворовцев принял участие в концерте в Минском государственном дворце детей и молодежи. В Новогрудке открыли памятник воинам-танкистам. В церемонии принял участие глава военного ведомства генерал-лейтенант Виктор Хренин. Макет танка Т-72 установлен на месте активных боевых действий, которые развернулись здесь в 1944 году во время освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Это были новости в форме. Смотрите нас во вторник в эфире телеканала «Звезда». До встречи! Спокойствие, мгновение радости и счастья. Минуя невзгоды, горечь неудач, превозмогая боль. Мы всегда готовы прийти на помощь. Мы сами определяем предел возможностей. Знаем цену человеческой жизни, цену безопасности, мира, свободы и независимости. Мы сами строим свое будущее, преодолевая трудности и ломая преграды, храня верность традициям. Мы едины. Мы сильны, мы уверены в завтрашнем дне. Вооруженные силы Республики Беларусь.